анонсировать свою новую книгу «Как совмещать тренажерный зал и единоборство». То есть эта книга однозначно будет полезна и интересна как бойцам, которые хотят добавить к своим тренировкам тренажерный зал для улучшения каких-либо качеств, так и непосредственно качкам, назовем их так. То есть это те ребята, которые занимаются только в тренажерном зале и не ходят в зал единоборств, но которые также хотят освоить навыки самообороны, уметь защитить себя на улице. То есть что им можно делать, как можно, акцентируясь на тренажерном зале, добавить пару тренировок, пару упражнений каких-то для наработки самообороны. Я отвечу на все эти вопросы в этой книге. Самое первое, что мы рассмотрим, это нужна ли вообще тренажерка для бойца. То есть этот вопрос довольно-таки расплывчатый в мире спорта, довольно-таки много мнений на него существует. Например, советская школа бокса вообще не приветствовала тренажерный зал и качалку в ее чистом виде. Спортсмены советской школы бокса занимались в основном по круговым тренировкам, работая с весами не более 20 кг. Выброс грифа, медбол и все в таком роде. В то время как американская школа бокса, например, она очень сильно уделяла внимание тренажерному залу и развитию силовых качеств. Особенно это делали тяжеловесы. То есть, если вспомнить только знаменитого Майка Тайсона, он делал жим лежа от груди 250 кг. Это мало какой бодибилдер вообще сможет сделать. Но, как бы в книге своей, в этой главе, я немножко раскрываю такие моменты. Нужна или не нужна, зависит от целей твоих. И непосредственно от твоего единоборства, если ты ним занимаешься более-менее так акцентированно и профессионально. Например, да, борцам и ударникам, для борцов и для ударников это будут абсолютно два разных ответа. То есть борцам надо сила, и, конечно, 100% нужен тренажерный зал. Для ударников это уже вопрос, в каких количествах и в каких упражнениях этот тренажерный зал им нужен, качалка. Да? Например, бойцу там приседать 300 кг, делать присед штангой на плечах, да, 300 кг, абсолютно не нужно, потому что ты не сможешь ни ногу поднять, ни развить какую-то такую подвижность, то есть просто будешь тяжелым. Поэтому этот вопрос мы тоже рассмотрим и внимательно к нему подойдем. Также следующий вопрос, немаловажный, нужны ли единоборства качку? Да, многие как бы такое мнение существует, что качки деревянные, качки неповоротливые, там бодибилдер, он закрепощенный, у него большие мышцы. Но опять-таки это все довольно относительно, и очень такие ответы могут быть специфические. Если ты занимаешься только в тренажерном зале, там ходишь 3 раза или 5 раз в неделю, то есть твоя задача развить массу, я бы тебе очень рекомендовал добавить тренировки по единоборствам. Это не обязательно посещение каких-то залов, это можно делать самостоятельно, но в целях развить навыки самообороны, то есть поставить нокаутирующий удар, научиться защищаться от какого-то там прохода в ноги, научиться какой-то защите от удара руками. Это все нужно делать, так как статус качка, назовем это так, да, грубо говоря, он подразумевает дальнейшие провокации. То есть однозначно ты, наверное, слышал истории и, может, даже и хотел побывать в каких-то историях, где какой-то там здоровый бодибилдер 120-килограммовый лег с одного удара. Да, чем больше шкаф, тем громче падает, и все в этом духе. То есть вот ты авторитет какой получаешь, да, если тебя там 80 кг, а ты бахнул какого-то качка под 120, и он упал, и все, и ты король, ходишь, говоришь, качалка это фигня, вот школа бокса это сила. Поэтому вот такие провокации как раз таки и должен уметь подкачанный человек, да, защититься от таких провокаций, как бы адекватно на них среагировать и, соответственно, правильно на них ответить, и в случае необходимости тоже показать, что ты что-то умеешь. Я не буду давать в этой книжке тебе какие-то научные заумные знания про митохондрии, про сечение мышечных волокон, про восстановительные процессы в организме, как они все это протекают. Это тебе особо не надо, это нужно для того, чтобы немножко запудрить мозги, да, спортсменам, скажем так, обычным спортсменам. И
сделать из какой-то новой тренировочной системы, придать ей вид научного подхода. Потому что сейчас тренировочных систем в интернете просто куча. Особенно это касается качалки. Поэтому базу какую-то, конечно, я тебе дам. Ты просто обязан это знать. То есть мы разберем, что такое макро- и микроциклы. Это обязательно ты должен знать, чтобы понимать, как строить свою тренировочную программу. Как волнообразно это все происходит, потому что нельзя постоянно газовать, скажем так. Ты не можешь заниматься на своем пределе постоянно. Организм просто или перетренируется, или ты начнешь болеть, или получишь серьезную травму. То есть это могут быть разрывы сухожилий, повреждения сустава и все остальное. Поэтому свои тренировки нужно обязательно чередовать и дозировать. А как это правильно делать, я тебе расскажу как раз таки в циклах. Также я тебе расскажу, что такое приоритеты, как их выставлять. Ну, грубо говоря, если ты хочешь набрать массу, красивое тело, да, значит твой приоритет – это тренажерный зал. Вот как под него теперь подстроить самостоятельные тренировки по единоборствам или тоже добавить туда посещение зала. И то же самое, если ты боец, который нравится, да, тренироваться в зале единоборств или хочешь выступать на соревнованиях, как тебе подстроить качалку под свои цели? То есть, чтобы не загрузиться, не перетренироваться и правильно это все сделать. Также мы разберем такие важные и всех волнующие вопросы, это сколько раз в неделю заниматься. Это такой вопрос, которые очень часто задают ребята, сколько же раз заниматься? 3 раза вроде мало, 5 раз уже устаю, не могу ничего сделать, в пятницу засыпаю в транспорте. Да? Поэтому я тебе об этом всем расскажу, как раз таки свои тренировки с точки зрения правильного циклирования мы можем подбирать под тренировочные дни. То есть, сказал заумно, да, но проще говоря, мы будем циклировать тренировки тяжелые, можно заниматься 3 раза в неделю, если это тяжелые тренировки. А можно заниматься и 5, и 6 раз в неделю, если это дозированные тренировки, легкие тренировки. Это по-простому, скажем так. Как это все более детально, более правильно, я рассказываю опять-таки в своей книге. Ну и, конечно, я дам тебе конкретную тренировочную программу. Сначала как качку совмещать единоборство, то есть если цель основная это тренажерный зал, ты хочешь прокачаться, раскачаться, набрать массу, но при этом, чтобы не стать деревянным, при этом, чтобы уметь выбрасывать удары, там, ставить нокаутирующий удар, я дам такой примерный план схемы тренировок и расскажу, как его менять, подстраивать. Ну и, конечно, обязательно тренировочную схему для бойцов, которые хотят добавить тренажерный зал, чтобы развить, улучшить какие-то качества бойца. То есть то же самое, как к этому правильно подходить и как, не перегружаясь, добавить тренажерку к своим занятиям по боевым искусствам. Какие качества с помощью качалки может развить боец, я тоже об этом всем расскажу в своей книге. То есть, например, это может быть скорость, это может быть взрыв, это может быть сила. Поэтому для каждого из этих качеств нужно заниматься абсолютно по-разному. Это разное количество подходов, разный отдых между упражнениями, разный темп выполнения упражнений. То есть это много таких нюансов, о которых я также расскажу в этой книге. Понятно, если ты подснежник, там, который никогда не ходил в зал, если посмотреть, да, особенно весной, летом, приходят в качалку, жим лежа и бицепс в 10 разных положениях, сидя, стоя, прыжке и так далее. Нам это не нужно, это все от дурной головы, как говорится. Должна быть четкая схема, прописанная, которая развивает то, что тебе нужно развить, а не просто так делая, выделая, и вдруг там пицуха появится для пляжа. Это немножко другое, это не сюда. В книге я расскажу, что именно развивать и как это совмещать, то есть качалку и единоборство. Я постараюсь на это все ответить и уверен, я просто уверен, что из этой книги ты, по крайней мере, ты точно повысишь свой уровень знаний и уже будешь грамотно понимать и подходить к тренировкам, как в единоборствах, так и в тренажерном зале, и уже будешь иметь понятие, как это совмещать в зависимости от своих целей и приоритетов.
Так что ты можешь более детально ознакомиться с этой книгой в конце видео и под видео. Удачи в тренировках и до встречи на страницах книги.